На галоўнай плошчы Гомеля велізарная колькасць людзей на матацыклах. На мотапарад сабраліся прадстаўнікі клубаў з некалькіх гарадоў, каб апошні ў гэтым сезоне масавы выезд на сваіх жалезных конях прысвяціць 73-й гадавіні бітвы за Днепр. Наш мотаклуб совместно с Беларусью, облсполкомом и областным ГАИ решили сделать стандартный праздник открытия-закрытия мотосезона немножко с уклоном в военно-патриотическую тему. Показать молодежи, что вот наша история, как наши деды воевали, где они одерживали победы. Вот, собственно, и суть этой акции. Видите, что у нас легендарная машина, которая находится, она будет идти во главе колонны, возглавлять колонну. И вы видите, на машине находится знамя победы, что действительно мы преклоняемся тому великому подвигу, который совершили обыкновенные люди. Узначалил автомотоколону начальник областной державоинспекции Игорь Макушенко. И он зауважает, неформальная обстановка дает свой плен. Доверливые отношения с аматорами мототранспорту сприяют организации безопасного руху на дороге. И мне интересно пообщаться и узнать их, будем говорить, мнение по вопросам безопасности дорожного движения, по вопросам эксплуатации транспортных средств, именно мотоциклов. И есть интересные идеи, которые они выдвигают, и я их поддерживаю. И мы видим то, что патриотизм среди любителей мототранспорта, он есть, и мы хотим привлечь, кроме этого, еще и население, да, жителей Гомельщины, вот именно к патриотизму, любя родину, любя нашу республику. Аўтамотакалона ў суправаджэнні машын дзяржаўтаінспекцыі стартавала ў Гомелі. На ўрэчыцы да ўдзельнікаў патрыятычнай акцыі далучыліся прадстаўнікі мясцовых клубаў. Далей маршрут пралёг у гераічны Лоеў. Адтуль у далёкім 43-м і пачалося вызваленне Беларусі. Наталія Ігнатенка, Максім Савін, Дмітрый Радзянка, тэлерадыёкампанія Гомель.